Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей. Блять, только вспомнил, как меня зовут. И это канал Булгаков Play. Мы продолжаем проходить Red Dead Redemption 2. И сегодня по полному имя отчеству называют игру. Не знаю почему. Мы с тобой прибыли в Сан-Дени. Какой-то святой Дени или... Ну, короче, святой Денис. А в прошлой серии, значит, мы там разосрались со всеми семьями. Ну, короче, что я тебе буду рассказывать? Возьми прошлую серию, посмотри, там все подробно описано. И вернулись в город, мы ищем пацана, мелкого пацана спиздили, короче, и хотят продать на органы какой-то итальянский мафиози Дон Корлеоне. Давай мы пока побежим к этому, к дачу, мы зайдем за долгами. А, нет, это не долги, это... Все, это типа неизвестные люди, и они дают какие-то доп. Задания. Долги-то у нас долларом. Тогда... А, там еще и в лагерь есть. Ну, давай тогда это... Пойдем к дачу. Я, правда, не понял, где мы? Почему мы здесь оказались? Ну, да ладно. И как отсюда выбираться? А, вот воротина открыта. Можно насквозь. Отличненько. Заткнись. Да, у меня есть проблемы. Если ты не заткнешься, то у тебя не появится. Подрезаем. Собственно говоря, я тут что-то размышлял. Думаю, как бы... Ой-ой, простите. Разнообразить всю эту историю, чтобы не бежать вперед по сюжету. Но опять же таки, меня радует, что здесь сюжет не ограничивает тебя. То есть не надо, ты набери вот столько-то этого, набери вот столько-то того. То есть как в других играх. Ты не можешь дальше пойти по сюжету, если, допустим, там не прокачал что-то или что-то не сделал. Здесь свобода действий. Хочешь проходи сюжет, хочешь проходи дополнительные задания. Я подумал, что может быть поохотиться на легендарных зверей, там сделать одну серию. Или, помнишь же, у нас есть записки с кладами? Не-не-не, прости, у меня тут это... Дружбан вон сидит, скучает. Вот, но я что-то подумал, что мне кажется, немножко скучновато это будет и для записи, да и мне самому не очень это интересно. Поехали. Анджело Бронте, человек чести. Ничего. Шельмец. Вот слово-то какое, шельмец. We go in there and start shooting up the place. Boy's gonna get shot, that I guarantee. Fella like this, he's gonna have a lot of protection. Ain't no one gonna get shot, Arthur, so everyone just relax. We'll charm him. Trust me. Мы можем нормально идти, типа, троем на одной дороге, или мне обязательно сзади идти? Что-то пойдет не так. Excuse me, sir. We have an appointment to see Mr. Bronte. Who are you? You get your boss down here and now, so we can talk about this like gentlemen. Нормально, ты дальше решаешь вопросы. Run along now, boy. Вот будет какой-нибудь такой поступок, чтобы я оценил, что Дач типа нормальный лидер, и ладно, что Артур с ним связался. Ладно, давай по... Да ладно, вы уберите свои пистолеты. Я вас всех нахуй один постреляю. Сейчас скажешь, дайте оружие, да? Я ничего сдавать не буду. Артур, ты демонстративно так медленно идешь? Чё, по-итальянски? А, по-итальянски, типа, говорит. There's gonna be a lot of folks dead
in this room before it's done. So, you walk into my seat, твой город, да? Stinking of shit and looking like this, and you come into my house before you have a bath, and you tell me how to act? You ask me to show compassion. Have I not shown you almost infinite compassion already by simply allowing you to breathe in my presence? Он сказал YouTube, слышишь? Indeed you have. Now, we are simple country folk. All we have is each other. And you have gone and you have took his son over some dispute with some inbred ex-slavers. It ain't got nothing to do with any one of us. You had nothing to do with destroying the liquor business. We was innocent bystanders. And that which we weren't innocent of, well, we most surely were ignorant of. You twist words, you lie shamelessly. You think you are better than everyone else. Teodoro. Ты мне нравишься. That's the best woman. Angelo Bronte. Dutch Vanderland. Arthur Morgan. Arthur, the pleasure is mine. John Marston. All mine, please. Я думал, сейчас пальба начнется. Они такие, как школьники, сели, блядь, на одном этом диванчике. So, can my friend have his son? Of course, of course. But should I be out of pocket over a misunderstanding? Of course I know you would not want that, huh? No. So how about this? You perform a simple job for me, and you get your son back. What is it? A couple of people have taken to grave robbing in this cemetery. Well, that is a fine place for it, the best. I love this guy. I love you. See, they've taken not only to desecrating the dead, but they've done so without paying a tribute to the living. Thing is, they see my men, of course they run a mile. So maybe you two head off, huh? And you, Mr. van der Linde, well, you tell me more about my manners. Салюты. Салюты. Салюты, блядь. Хуюты. Опять дачка какой-то хуйней занялся. Какая моя кобыла? Они одинаковые. Отойди от моя плешивая. Grave robbers? You think he's taking us for a fool? No idea. What choice do we have? None, I guess. This is idiotic. You know where the cemetery is? I think so. Pretty sure I rode by it earlier. It's real impressive. Я что тут думаю? Надо было пострелять всех, да и все. Мой город. Итальяшка, блядь, вонючий. One word that comes out of that bastard's mouth. We don't even know where Jack is. Вот именно. We found Bronte. We got in there. Dutch is with him now. All things considered, it could have gone a lot worse. That poor kid. I ain't been a good father to him. I hope. Секунду. Уполз. He's okay. He'll be fine. I figure the Braithwaites were going to hold Jack ransom for all the money we cost him. Must have sent him here so we couldn't get to him. But Bronte knows by now there's no Braithwaites left to pay him. Jack ain't much use to him anymore. Let's just get this done. Let Dutch handle the rest. Ну да, посмотрим, какой он лидер. Чувак, зачем ты сбил, блядь, женщину? Keep it down. Let's hitch your horses up ahead. Slow up. Следуйте за Джоном. Почему все главные герои постоянно за кем-то следует. Я вот по Ведьмаку то же самое. Всем задания раздают. Сам пошел куда захотел и все. Сам решил вопрос как хотел. Тут вот следуйте. Осмотрите кладбище и найдите грабителей могил. Как же мне это сделать? На капс? Alright. Let's see what's going on in here.
Да я понял. Да я не шумлю, блядь. Я просто пытаюсь найти грабителей, расхитителей могил. Это они, да? Может, так это не они. Ну вот. Вот это они. Так ты же в другую сторону пошел. Под землей? Повезло тебе. Да хорош ты, блядь. Где? Чуть не вижу. Вижу. Вылезем. Что-то я не понимаю, где они. Я, блядь, заблудился в этом кладбище. А, все, здорово. Куда ты побежал? Почему маркер-то исчезает? Он типа прячется? Неплохо стреляешь. Конечно, я стреляю отлично. Это еще не все. Сбежал, что ли? Блин, вот ты мне покажи. Все, нашел. Где-то здесь был. Кого он там стреляет, я не понимаю. А что это у меня такой мелкий пистолет, а другой большой? $21. Погоди. А, все правильно, иди добычу. Сейчас я этих ограблю. У них по 20 бачей, ты слышишь, я что их отпускать буду? Плитка шоколада? Откуда стреляли? Вот мы сюда и идем. Типа, может быть, здесь какой-то проход, нет? Нет. А, ну вот. Подобрать. Там полиция, что ли, свистит? Следую. Let's go around the side.
Давай только не стреляй ни в кого. Я спрятался. Ну нет, ну хорош. Во. Не отставаю. А я этого не ограбил, что ли? Надо было грабануть его. Идем. Ну ты же опять же таки меня по скрипту проведешь, правильно я думал? Наверное. А ты откуда так дорогу хорошо знаешь? Я помню, что примерно откуда-то отсюда мы приходили. Ну ты тут как прям свой. Вот это был подставно. Ага, побежали? Кто же, блядь, выход-то оставляет без охраны, идиоты? Полиция, блядь. Ну? А, и лошади никого не это. Не смутили, погнали. Ну, по стелсу прикольно было. Я бы сейчас начал просто стрелять. Блин, такое сейчас теперь жесткое мыло, да? Слава богу. Let's get going. What a fine man. Hey, friend. Thank Mr. Bronte for everything. Yeah, I'm fine. Come on. You know, Arthur, Mr. Bronte has invited us to a garden party at the mayor's. Блять, началось. And us, just simple country boys. Там начнутся опять какие-нибудь задания. We have a new camp set up, Jack. You're gonna love it. Ну, нам пора отправляться, это, в лагерь. Папа Бронте? Пацаненку вообще, мне кажется, там в кайф было. Зря мы его оттуда забрали, да? А сейчас его назад скитаться по этой всей говнине. Дач, ты опять нас какую-то хуйню вляпываешь.
I thought I heard gunshots, but the gramophone was playing. Unbelievable. Each to their strengths, Arthur. I went in there with a gun and left with a party invitation. Да. What'd you say this was? A garden party? A big gala at the mayor's house. I'm told every rich fool in Lemoyne will be there. А нам там что делать? He'll be there too. Seems to more or less run this city. At least that's the way he sees it. Все, мы на месте. Abigail! Abigail! We got you, your son, everything. We got him. Mama. He's fine. I'm fine, Mama. Не волнуйся, мам, все хорошо. Итальянская еда. You got him. You got my son back. Dutch Arthur, thank you. Пожалуйста. Thank you. А он? Он как бы тоже это... Папа, не... I got my son back. Jack, Jack, Jack. How are you? Ну, это было не... Нет, некрасиво. Everything's okay now. Abigail? Can I go play now? So? Well, we met Mr. Bronte. He is, quite a character. Is he now? You ever meet an Italian strong man before? Not outside of a circus. Well, let me tell you all about him. John, you go be with your family. Arthur, thank you. Arthur, спасибо. Boys, we got some work to do. Какая? Interesting work. But first, let's have a drink. We got Jack back. Well, the boy's safe, thank goodness. Thank you, Arthur. Больше всех, наверное, переживал, да? I don't know how to say it. Thank you. I understand. Come on. Do as Dutch says. Go be with your family. Общая добыча, доля банды. Ваша доля 123. А, так, давай сделаем Подожди, тут же задание горело, или они все бухать пошли? Мы, короче, с ним не... Мы, короче, там с ними бухать не будем, потому что... потому что они мне не очень нравятся. Здорово, что делаешь? А вы тут что-то третесь. Подожди, я что-то не пойму, где я? В доме, что ли, моя повозка? Или там вот этот общак, все дела? А-а-а, здесь? Сесть. Я не хочу садиться, я хочу... А, вот, это книжка. Блять. Может, на втором этаже, типа? Да нет, тут нет ничего на втором этаже. Ой, короче, блядь. Пойдем, Артур, веселиться. Я хотел поспать, чтобы утро наступило. И взять задание. Я как бы не планировал с ним туснет разводить. Ну, пойдем туснем. Где тут бухло? Взять. Пить. Пить. О, глаз пополняется. Вы все тут навеселились? Thanks, Mama. Can
Пиздец. Принимайте участие в мероприятиях. И что мне с этим делать? Типа, поиграть с ними? Ну давай, типа, еще одну бутылку пива. Пей. И еще раз пей. Tahiti, dear boy. Tahiti. If you say so. Mangoes, maidens... Я ничего не понимаю, блядь. Что делать-то? Вы меня заебали, у вас тут так весело. Типа я могу сесть? Сядь, блядь. До дна. Все, достаточно я провел с вами время. Можно спать? А, все-таки она его поблагодарила. Молодец. Так, я все-таки могу спать лечь? Сесть. 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 Сел. Уйти. Ушел. Осмотреть. Перевернуть. Читать. Хозе... А, это вообще не моя комната. Ладно. Ну тут же стоит, типа, этот... Я тогда не пойму. Или вы не разложили лагерь? Алло. Лошади вон. Палатки. Где-то мое тут должно быть неподалеку. Так, это не мое. Это вообще доктор. Поговорить. Да заткнитесь его. Короче. Нет сил моих, блядь. Есть одна небольшая история. Какая? Добежать до Сан-Дени, там снять номер в отеле и выспаться? Что это такое? Вечеринка в лагере. И долго ли будет эта вечеринка в лагере? Давай на пойму Артура. Не, все равно вечеринка в лагере. Короче. Отправляемся сюда.
Я выполню там какой-нибудь вопросительный знак. Задание на вопросительном знаке. Вот видите, моя конях тоже не планирует с остальными лошадьми тусить. Все, валим отсюда нахер. А то у них слишком веселая вечеринка, я не могу. Ты чё? Темно, туманно, и ничего не видно. О, все, все, закончилось. Закончилась вечеринка. Видишь, задания появились. Возвращаемся назад в лагерь. Здорово. Ничего не видно, туман, вот это вот все. Оказывается, надо было всего лишь отъехать пару сот метров. Так, для начала мы пойдем поспим. Правильно я думаю? Здесь же можно поспать. И потом вот это вот... А это вечеринка типа? Ну давайте посходим тогда уж на вечеринку. Да вы тут вообще что ли борзые? Блять, все равно можно только сесть. Короче. Непонятная система. Пойдем к старому. А там какой-то, глянь, голова бизона нарисована. Что такое? Кража скота? Ну, что-то не знаю, не знаю. Старый, пойдем на вечеринку. Поздороваться. Золотая клетка. So we're doing this? Oh yeah. Old friend Dutch Vanderlinde is finally showing his true colors. Social climbing. Old Signor Bronte, that horrendous snake, has invited us to the ball, Cinderella. So my suggestion is we go and get you a gown. You son of a bitch. Ну погнали, чё. Дача, ты оплачешь костюмчик-то? А, они уже нарядились. Знаем мы твое налаживание связи, уже, блядь, два города наладили. Даже, наверное, три. Где моя блатная шляпа, кстати говоря? Лука, I'm afraid the mayor does not allow guns at official functions after last year's incident. Лука here will take you to Mr. Bronte. I believe he is expecting you. Follow me, gentlemen. Давайте все его по плечу, давай. И ты, Артур. Не стал. У этого штаны, глянь, какие блатные короткие. Точно, Толстой, блядь. Вот одно лицо. We'll meet you out back after we pay our respects to Senor Bronte. Gum-gum? We'll meet you out in the balcony when you're done. А я типа пойду сигар курить, да? Как было нарисовано на картинке. Ну да, блядь. Со спины такой, как это, молодой человек, а с лица, здравствуйте. Так. Даже ходят они по 100 лет. А, the angry co-
cowboys, you've arrived. And you've washed per la prima volta questo mese, senza dubbio. Oh, this is quite a party you've invited us to. Yes, quite something. Although I'm not quite sure what. So, this is Saint Denis High Society. Yes, apparently so. And all these people, these are friends of yours, Senor Bronte. No, not quite, not quite. But they certainly are afraid of me. Like that one. See that wretch? He's the mayor. Это мэр. Henri Lemieux. He'll do anything for a dollar. And I knew him. Никакого уважения. Oh, and that one too. That is Alberto Fusar. He owns a sugar plantation out on the island, and he comes here to whore and despoil himself. Oh, and that is Hobart Crawley, a Confederate major in the war. I mean, hero, they say, but that is his very young wife. I mean, a young mistress, that's the natural order of things, yes, but a young wife is unseemly. Oh, the Redskins. I have no sympathy for them. Because they're stupid enough to get tricked by the Americans, no? They get what they deserve, huh? Yes, hand a letter to the mayor. Oh, yeah, that'll save you. Чего ржете-то, блять? Не смешно. That is Hector Fellows. This self-righteous newspaper man. Maybe you will kill him for me one day. Well, we're not paid killers as such. Not in cold blood, anyway. I did not know you were so particular that you wouldn't help a friend. Oh, I'm willing to help in any way I can, within reason. I'm going to pretend to understand what that means. I meant no offense, sir. None taken. То его надо валить, короче, прямо здесь. They hate me. Non vedo l'ora di guardarti morire. Well, it has been wonderful conversing with you, but I can tell that you are very busy, and I won't waste any more of your time. Yes. Go, enjoy yourselves, and mingle with this vulgar scum. It'll make you long for the days when you could shoot each other and screw cows out on the open range. Those sure were the days. Good day, gentlemen. But before you go, what exactly are your plans here? Тебе ебёт? Well, we are going to need some money. Money, yes, of course. Well, there's money at the trolley station. They keep a lot of cash there in the day. Now, I could not involve myself in such matters. But you... As a guest? Yes. As my guest? Bah! Do it, huh? Okay, good day, gentlemen. Goodbye. Okay, ragazzi, adesso il vino buono. Уроды, блядь. I'll show you to the party, gentlemen, if you'll kindly follow me. Что-нибудь начнется, или мы так и будем здесь? А что там такое? Надо туда зайти. Можно открыть? Блин, нельзя. А, скажу, как по классике жанра туалет искал. Чао-чао, как дам тебе, блядь, по зубам. Давай мы скажем дачу, что... Дача, это хуйня опять какая-то. Говори. Так, я найду мэра. Пообщайтесь с гостями. Здорово, гости. Что-то у меня ничего не вышло. А можно я с вами поговорю? Бля, Артур, ты с кем разговариваешь? Ну вот и мэр, да? I did no such thing. But, Mr. Lemieux,
I suggested that all of us as Americans had a duty to take care of people living in this land, and that extends to Saint Denis. It ain't complex, Lemieux. And only an idiot like you, buddy, would try to make it so. I will not deny idiocy, sir, but perhaps now is not the time. Typical pansy! You are drunk, Ferdinand. I'm not drunk, you fool. But this man loves darkies. Hey, you are pretty drunk. Yeah, we'll see you and me cool off. Hello. Так это что-то... Come on, sleep it off. Че, знакомая у него рожа? Все? Да, тысяча. А ты уже кому сказал? Себе? А, ты ему говоришь. Thank you, sir. My pleasure. Henri Lemieux. I hope you're enjoying my party. The mayor. Allegedly. That's quite a place you got here. It's not mine, and the city is horribly in debt, but we can still put on a good show. Do you know Evelyn Miller? My lord. The writer? Well, we seem to have another deranged drunkard on our hands. Shall we? Что там, салютик? My lord, that's fantastic. Какая-то странная, если честно, миссия. Может, что-нибудь интересное будет? Mr. Cornwall was quite insistent, I'm afraid. He shouted down the telephone for several minutes. Mr. Cornwall is a horse's ass, and a bad horse. I'm very sorry, sir. It's not your fault. I'm a fool for trusting him. I'll come and sign it in a minute. Let me enjoy the fireworks. Of course. Did he say something about Cornwall? Oh, yes. Find out what. Sure. Незаметно следуйте за слугой. А, я же незаметно следую. Особенно с такой бородой ты незаметно проследуешь. Давай по лестнице поднимемся, потом мы. Мне бесит этот маркер. Слезь. Я ж тебя убирал. Чё ты стоишь-то? No problems? Everything's fine. We have the place well secured. Good. Mr. Bronte has a habit of wandering about and reading whatever he likes. We're watching him and his men like hawks. Thank you, Mr. Turner. Вот это уже интереснее становится. Сведения, сведения. Раздобыть сведения. Is everything taken care of? The telephone, it keeps ringing. The mayor said he will sign later. Что, типа, продолжать за ним следовать? Мари! Мари! Find that little reprobate Jip and beat him! I will not have I'm sorry, sir, but the party is in the garden. Ой, простите, пожалуйста. Я не хотел. Forgive me, I was unaware. Stand and slip in this house. Have you lost your mind? I said, have you lost your mind? Come here. Come here. Look at me. Что происходит-то? Look at me. Who do you think you are? Ты зачем мою бьёшь? You know this. The standards in this house are slipping. This is a final warning to you, miss. A final warning. Get out of my sight. Бля, как тут все долго происходит. Зачем он сбоку заходил в дом, если он мог бы зайти в него с парадного входа? Я про слугу.
А еще у меня хпшки нет. Ой-ой-ой-ой. Артур отмычкой. Возьми и выйди. Возьми и выйди. Меня немного это напрягает. Ага, все, валим. Идем к дачу назад. Он стоит, блядь, в своем цилиндре по-прежнему курит. But not yet. A city bank. Maybe. And a stuffed one. Это хорошо, я согласен. That could be the one thing we need. There's also that trolley car station Senor Bronte told us about, and I heard about a high-stakes poker game. Это моя тема. Покер по-крупному, это моя тема. А то там по $5 это такая себе история. А, оружие. Get in. Go home. I ain't never felt so awkward in all my life. All them folk all so pleased with themselves. Oh, high society pigeon shit. If you ask me, it's more like torture. Well, that's sort of the point, isn't it? Let the people torture themselves. Here's them papers I took. Anybody see you take this? I don't think so. I might have an idea. Знаю я твои идеи, дач, блядь. Его рано или поздно завалит. Но это опять-таки мое предположение и сугубо личное мнение. Просто, судя по его идеям, которые ничем хорошим, как мы видим, не заканчиваются. Все-таки можно, блядь, спать в этой комнате. Interesting times. I guess. So what's next? Dancing lessons? Deportment? More along the lines of armed robbery. Jose is handling reconnaissance on the bank. He and Abigail are gonna run some distractions, see how the law react. Good. Oh, and I spoke to Evelyn Miller. Fine man. Here helping the Indian chief we saw. Yeah, I met him too, with the mayor. He's lobbying officials in Saint-Denis on their behalf. Maybe we could help. Maybe. Now, I think there's a lot of money on the riverboat. A lot of money. And Trelawney, he's investigating for us. He says to meet him at the tailor's. Okay. One big score down here, Arthur, and we disappear. We are almost heading home. Where is home? I don't know. Exactly. Резонный вопрос. I'm gonna go investigate this trolley thing old Bronte was talking about. Okay. Походу, дело всех обобрать опять. Хотят и свалить отсюда. Нахрен. Собственно говоря, я предлагаю тогда на этом закончить. Уже посмотрим, что они тут задумали в следующей серии. Хотел просто сохраниться. Вот, ну а плейлист будет в описании, как обычно. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки и оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.